Вот он закипел. Он еще почти час кипеть будет. За счет паровой вот этой оболочки. И сколько он так еще это пыхтит? Ну, это не сейчас пока рассылать будет, а пыхтит. А, ты сейчас курицу же будешь. И теперь в бульон крупа насыпается. И все. Сейчас еще воды пару выйдет. А, еще воды. Еще воды пару выйдет. Ну даже, наверное, больше должно уходить. Ну? Мне кажется, больше уходить должно. Ну там еще молочную кашку успеет. А. Молочную еще. Ну тогда да. Такие куры. И вот такая каша. И вот так она запаривается. Вот столько в котле. Запрела каша, ее отсюда выбираешь и туда носишь.